Всем привет, с вами Денис, и мы продолжаем играть в Brawl Stars, и совершенно неожиданно для себя я апнул 5к кубков и 40-й уровень Brawl Pass'е. И из-за этого я решил записать ролик. Да, сегодня я вообще не планировал записывать, но вот так вот неожиданно, просто не терпится их открыть, очень хочется, и, наверное, сейчас мы их откроем и сыграем пару каточек, чтобы видео не было таким коротким. Вот. И, ну что, в принципе, погнали. Сейчас сразу же откроем большой ящик. Дальше там уже маленький, 75, и, ну, это все понятно. Так, первый ящик. Бам, ничего. Так, следующий, маленький. Ничего. Ну все, отдаем 75 жетонов. Ой, очков силы на Джина, потому что, ну, я качаю Джина на 9, он у меня уже скоро 8 будет. Ладно, так, открываем мега ящик. И рабим, рабим, и давай 6 предметов. Нормально. Заклинание сработало. Как вы думаете, кто это? Пишите сразу в комментариях. Как вы думаете, кто это? Или что это? Мой это гаджет. И поставьте лайк и подпишитесь, чтобы мне со второго мегаящика тоже что-то выпало. Но я уже сомневаюсь, что там оттуда что-то выпадет. Ладно. Открываем через 3, 2, 1. Спасибо. Но все равно уже сомневаюсь, что мне что-то выпадет вот отсюда. Потому что, типа, блин. 2 раза 6 предметов. Ну, блин, не знаю. Кстати, скоро уже и 8 бит. Дальше уже еще один мегаящик. Ладно. Открываем второй мегаящик. Раз, два, три. И еще то же самое заклинание. Харабим, харабим. Погнали. Я в шоке. 6 предметов. Ладно. Еще что-то выпало. Вот мне вот прямо интересно. Еще раз же, пишите в комментариях, как думаете, что это, и или кто это, или как это, за что, почему, и все в том духе. И раз, два, три. Биби! Эпический боец. Неплохо. Я рад. Я думал, вообще ничего сейчас не выпадет, и, ну, вот так вот как-то. Неплохо. Пишите в комментариях, угадали вы или нет, то, что это выпадет Биби. Ну, а я очень даже рад. В принципе, Биби это мой один из... Нет, это мой самый любимый эпик. И неплохо. Нам осталось из эпиков Фрэнк, Би, Анани. Ну, эти уже там навряд ли, и этот навряд ли. Ну, погнали, значит, на Биби сыграем. Пару каточек, где-то 2-3 катки сыграем и пойдем куда-нибудь. Точнее, не куда-нибудь пойдем, а будем заканчивать ролик. Да. Кстати, наверное, скоро я опять уже еще один ролик по BMG Drive буду записывать. Так, там они. Так, ага. Вот Дэрил, он прям предугадал, как будто, что я здесь, блин. Идите все от меня. Уйди. Так, 6 банок. Пам. Вот там банок валяется. Иди ты. Так. Сейчас заберем вот эту баночку. Блин, ну я рад. Знаете, Биби выпала и хоть что-то, знаете. Это меня радует. Теперь я всегда буду говорить это заклинание. Харабим, харабим, и ничего, да, опять, наверное, выпадет в следующий раз. На следующий мегаящик. Ну и всякое такое. Берите себе на заметочку. Да, но я в шоке. Так, ладно. Пока. Так, ну давайте еще одну каточку и все. Так, нормально.
Кстати, надеюсь, я за 8 дней успею апнуть. Ну, не, ну да, апнуть 60 левел, или, ну или хотя бы, блин, дойти до вот этих вот. Да, до вот этих вот гемов. Потому что я хочу собрать все гемы и купить следующий Brawl Pass. Там, в следующем Brawl Pass накопить 70 гемов и сразу там купить. Здесь их вроде бы 80 или 90, я не помню. По-моему, 80. Ну ладно. Ну, думаю, мне хватит в следующем Brawl Pass купить его. Ладно, давайте вот последнюю карточку и пойдем. Никуда мы не пойдем, я пойду монтировать его, этот ролик, и выложить его. Нормально, сразу 6 баночек получили. Да. Просто 2к хп. Это причем первая сила. Ну да, конечно, 6 банок у меня тогда было, ну ладно. Так. Кроу Лего. Стоп. Все. Так. Хиру. А. Неплохо. Можно было и лучше, если бы я ему дал еще подойти. Так, все, забираем. Так, о, еще две баночки валяются. Неплохо. Блин, вот чем мне не нравятся ближники, на них сложно чекать кусты. Ну, точнее, ты их даже не прочекаешь толком, потому что... Не, ну на Биби сложно, на Морсе это вообще невозможно, потому что если ты хочешь прочекать кусты, то там все, то бику пэть. Если там Шелли какая-нибудь, или Бу, или, не знаю, любой ближник. Если ты, конечно, скилловый, то ты можешь попробовать их как-нибудь убить, но это очень даже маловероятно. Все. Легко. Ладно, на этом мы сейчас уже, наверное, будем заканчивать. Третий ранг. Неплохо. Ну все. В принципе, буду уже заканчивать. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки на такую же удачу, как у меня. Да. Ну, буду ждать, пока мне когда-нибудь выпадет Лего, потому что здесь у меня Лего нет 0. И все. В принципе, я на этом заканчиваю. Ну, а с вами был Денис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И всем удачи, и всем пока.